Анонс источника выхода нового сериала «Мститель. Страшный лес». Показ нового сериала состоится 25 июня на НТВ. Главного героя нового сериала зовут Андрей. Он всю жизнь служил в отряде специального назначения Генштаба. Он умело командовал своими подчиненными и всегда выполнял с ними все задачи. Но однажды задача провалилась. Андрей ушел со своими бойцами в горы на перехват боевиков, незаконно перешедших границу. Однако спецназовцев ждал там, устроив засаду. Андрей потерял в бою почти всех. Чудным образом уцелеть удалось только ему и его лучшему другу Семену. О продолжении службы в сфере генштаба не может быть и речи. Места не было. Не только потому, что главный герой провалил задание и потерял своих людей. Дело в том, что Андрей получил тяжелое ранение в горах. Из-за ранения он закончил военную службу. Теперь отважный спецназовец может найти свой путь в гражданской жизни. Андрей решил строить новую жизнь в своем маленьком родном городе. И парень вернулся в родной таежный поселок, устроился на работу лесничим. Он знает местный лес как свои 5 пальцев. Опять же, с ним ружье, и теперь у него есть возможность воевать вместе с террористами и с местными браконьерами. Однажды Андрею представилась возможность похитить маленькую девочку из рук местного царя. Он спас ее и приютил в сторожке в лесу. Но это привело к тому, что он объявил себя хозяином этого места. Это возмутило тех, кто думает, что Андрей вынужден вступить в кровавую схватку с целым кланом бандитов. Премьера сериала состоится 25 июня на НТВ. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.